Так, это Марс, 13 октября 2020 года в Харькове. Двадцать три тридцать четыре по Киеву. Все, что позволило снять нам погода и время. Вчера собирался со смены выезжал, думаю, сниму сейчас. Ясное небо в полночь. Пока добрался домой, на Харьков упал такой туман, что я не мог понять, у меня левая рука вперед выброшена или правая. И сейчас небо не чистое, дымка, но такого лютого тумана. Плюс 25 в Харькове в середине октября, что тоже само по себе. Ну вот это злую шутку такую сыграла матушка природа. Противостояние Марса, явление редкое на таких расстояниях, 62 миллиона сейчас до него. И жаль, конечно. Утром не получилось снять, потому как было сплошное туманище. Да, ну, в окуляры вижу белесое пятно. Ни тебе ледников, ни тебе полюсов. Это я резкостью пытаюсь усугубить ситуацию. Ну ладно, по крайней мере зафиксировал 13 октября. Снял Марс в момент противостояния. И то хорошо. Может быть завтра утром перед сменой еще на рассвете сниму. Еще раз наведемся. Снимаю фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000. Увеличение оптическое 125 крат и 4 крата цифровое. Но это не то увеличение, что в бинокле. Постоянно меня спрашивают, сколько крат, это даже не такие краты, которые в телескопе. Что все пропало. Малевина невеста моя, Марс. Еще ветер ко всем прелестям. Там же перестает быть интересно.
никогда не знаешь, когда вынырнет из-за облачка. Дымка очень ощутимая на небе, так что. Еще и она нам помогает, в кавычках. Так, ну это уже ветер. Хорошо, ладно. Сворачиваемся. 23:39 по Киеву, Харькове. Сейчас сниму другой дубль, другими настройками, и хорош.